Хочу вам сказать, что сегодня в Municipal Wells, помимо государственной лаборатории, значит, есть еще 4 частных. Государственная может делать максимум 200 тестов в сутки. Если подключить и частников, то в Бельцах можно будет делать 1000-1200 тестов ежедневно вместо 200. Подчеркиваю, те 200 делаются на весь север Молдавии. Значит, мне сначала сказал один представитель сферы здравоохранения, что правительство на это, скорее всего, не пойдет, потому что в частных клиниках тесты намного дороже. Я говорю, послушайте, я задал вопрос о себе, а сколько стоит тест в государственной лаборатории? Мне сказали, 1860 лей. В частной лаборатории тест стоит от 550 до 800 лей. Дорогие друзья, то есть получается, тесты в государственных лабораториях у нас еще стоят в 3 раза дороже, но даже в 3 раза дороже не смогли организовать центральные власти правильную работу в региональных лабораториях. Нет достаточного количества людей, открывались на коленках и открылись, к сожалению, очень поздно. Вы понимаете, мы обратились к ним, мне сказали врачи, если мы сможем подключать и частные лаборатории, не только государственные, то у нас люди не будут сидеть в очереди и ждать возможности сдать тест. Я говорю, в смысле в очереди? И тут мне рассказывают. Значит, главврача республиканской больницы, говорит, центр семейных врачей, обратился врач, говорит, есть пациент с симптомами на COVID-19, тут как бы нужно его к вам привести, сдать тест. Его записали на 25 июня, через неделю. Потому что очередь и лаборатория не справляются. Вы с ума сошли, Кишиневе? Вы держите человека в неведении неделю. Инфицирован он или нет, он не понимает. Этот человек продолжает вступать в контакт с другими людьми. Так у нас не то, что говорит Кику, что нас ждут тяжелые времена. Да мы просто закапываем страну. Особенно те, которые знают, что происходит, и молчат. Я не должен был, как примар Municipal Wells, заниматься тем, чем я занимался на прошлой неделе. Там, проводя переговоры с немецкими врачами, которые как бы, мне рассказали про один регламент, второй, третий. Я не должен был заниматься сегодня, как мэр Бельц, тем, и, к сожалению, я поздно узнал, о том, что всего лишь 200 тестов в сутки в состоянии делать Бельская государственная лаборатория, понимаете? Потому что я бы начал требовать намного раньше. Это вопросы, которым должно заниматься Министерство здравоохранения и правительство. Но когда они этого не делают, этим вынужден заниматься я и многие мои другие коллеги.